Welcome back, dear students. Can you believe it? We already learned 5 lessons in our Bible story. And we learned so much about Israel and how God was with Israel all the time, how their leader was Moses, then it became Joshua. Мы узнали уже очень многое об Израиле, аж 5 разных историй. Да, как они ушли из Египта и потом пришли в Иерихон. Уже 40 лет прошло, и эти истории о мы должны повторять и знать их, и запоминать их. Но их было аж 5, и они очень похожи друг на друга, да? И мы хотим проверить, как же хорошо вы их запомнили. Поэтому сегодня у нас будет повторение наших 5 историй. Не забывайте, что все они об израильском народе. Мы начали, как они еще были в Египте, а закончили, как они уже живут опять в земле, где раньше жил Авраам и Исаак. Так вот, я хочу, чтобы вы сейчас послушали наших гостей, которые хотят повторить с вами все эти 5 историй, и давайте же сделаем это как тест. Давайте посмотрим, они нам будут задавать вопросы, а мы же будем отвечать как на тесте, как же хорошо мы запомнили те истории, которые мы учили. Хорошо, вы готовы? Давайте повторим. Hi guys, can you believe it? We have learned 5 Bible stories already. Yeah, our stories flew by so quickly. We learned so much that all the stories blend together already. I am just glad that in most of those stories we talked about Moses. I am going to miss him in the next stories. Well, let's play a game and see who will remember most about Moses and all of Israel. Great idea, but what will I get when I win? Ну, не знаю. А как насчет специального приза от учителя в следующий раз? Да, я люблю призы. Тогда давайте я начну первым. Хорошо. Какой у тебя вопрос? Куда мама положила Моисея, чтобы спасти его? Я знаю. Она спрятала его от солдат, которые искали всех израильских мальчиков. Да. Но куда она его положила? Дети, хотите помочь? Oh, that's right. His mom placed him into a basket in the river, and then the Egyptian princess found him and adopted him. Uh-huh. God protected Moses because he had a special plan for him. Бог настолько могуществен, что может защитить нас, где бы мы ни находились, потому что Он нас сильно любит. Он великий Бог. Он даже показал, насколько Он велик, когда Моисей был на горе. Вы знаете, о чем я говорю? О, я знаю. Это когда Моисей пас овец в пустыне, когда он бежал из Египта. Он поднялся на гору и услышал голос Бога. So God just randomly spoke to Moses? Well, almost. Remember, he showed Moses something special with a bush. Anyone know what happened to the bush? Да, Бог явился через горящий куст, который не сгорал. Наш Бог такой сильный! Это потому, что ему нужно было сказать Моисею что-то важное. Он сказал Моисею, что его задача вывести Израиль из Египта. Сначала Моисей не хотел, но потом послушался. That is because Moses learned not only to hear God's voice, but to obey God's voice. Can you imagine what would have happened if Moses just walked by and did not pay attention to the miracle and God's voice? No, no! Moses would never do that. He always tried to listen to God's voice and do as God says. That is why he was actually able to bring Israel out of Egypt after the 10 horrible plagues. Those Egyptians really did not believe God could be so powerful. But God remained faithful to Israel through his promise of getting them out of Egypt. Does anyone remember
the big miracle God showed to Israelites when they came to the Red Sea? Разве это не чудесно? Бог провел Израиль через воду, заставив воду расступиться. Да, это было похоже на огромный аквариум, по бокам которого плавают большие рыбы. Бог действительно доказал, что Он был верен Израилю и никогда не изменит своего слова и обещания, данные им. Да, но израильтяне не ценили защиту и верность Бога, потому что они не всегда слушались Его. Вы помните, сколько раз они злились на Моисея и Бога, ходя по пустыне? Бедный Моисей, как это должно быть неприятно, когда все злятся на тебя? Well, God ultimately got Israel in trouble. Because they did not do as he commanded them, he wanted Israel to obey him without question, but they did not listen to him, even in the little things. Oh, is that the story when Moses is on the mountain again? I think it was Mount Sinai. Oh, that is when Moses spent 40 days and 40 nights on that mountain talking to God. Moses was so special and so close to God that he even saw God's back on the mountain. God even gave him two big stones that God cut out himself. А что там было написано? Давайте поможем Майе вспомнить, что Бог дал Моисею, чтобы он передал Израилю. Yep. It was the Ten Commandments. Those were the ten rules Israel had to obey. But since they did not do as God commanded, God kept them in the desert for 40 years until they learned to obey and trust only God. Это так грустно, что они не захотели сразу служить Богу. 40 лет – это большой срок! Так что ж произошло через 40 лет? После столь долгого блуждания по пустыне, Бог наконец дал Израилю шанс довериться ему и войти в землю обетованную. Именно тогда они переправились через реку с помощью священников и захватили город Иерихон. Только это уже было без Моисея. Теперь ими руководил Иисус Навин. I see. But how did they take over the city? Did God tell them to fight? No, God simply told them to walk around the city for 7 days silently. Kids, do you remember what happened to the walls of Jericho after Israel obeyed? Wow! So God broke down the walls of Jericho for Israel. God is so amazing! They must have really trusted God in order to obey Him in everything. I think if they did not obey, those walls would not come down. Yes, Israel finally learned how important it was to trust God and obey Him in everything. Since He is faithful to us because He loves us. Kids, never forget how amazing God is, not only to Israel, but to all of us. Well, that was a great review game, and I think I did the best. No, I think I knew the stories better. Actually, Alex and Maya, I think it was the students who remembered most of our stories. They did a great job. Yeah, I guess you're right. I hope their teacher gives them something special. I'm sure. We all enjoyed this review, and I hope to do another one soon.